благо. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро на радио Вера. Социальной сети подписана на новости одной из групп, занимающихся помощью нуждающимся. И как-то она мне говорит: «Слушай, у нас в чате объявление, требуется помощь в сортировке вещей и сборе заказов для малоимущих. Работа по графику, смена 3 часа. Давай поедем в субботу, поможем». Сам я не часто хожу на подобные мероприятия, а потому охотно соглашаюсь, и утром субботнего дня мы приходим в центр, куда горожане приносят вещи. Я ожидал увидеть небольшой склад с ограниченным ассортиментом вещей, но здесь было все. Одежда и обувь, кухонная утварь и бытовая техника, детские коляски и игрушки, средства личной гигиены и много чего еще. Нам же нужно было собирать заказы по запросам людей. Кроме нас работали еще несколько волонтеров. Мы подсказывали друг другу местонахождение вещей. Где лежат детские шапочки? Не видел ли кто женскую демисезонную куртку 46 размера? Такие вопросы раздавались во время работы. 3 часа пролетели быстро. Вскоре подошли наши сменщики. Надо же, сколько людей отзываются на просьбы о помощи. Недостатка в волонтерах нет, удивленно говорю и жене. Да, мир не без добрых людей, улыбаясь, ответила мне она. И мы передали эстафету помощи